Просто посмотрите на это. Раньше на этом сайте можно было смотреть YouTube-видео вручную и получать за это оплату. А теперь, как видите, телефон это все делает вообще вместо меня. Я уже на полном пассиве заработал 74,5 доллара. Ну а по сегодняшнему курсу это 6700 рублей. И давайте их выведем. Привет! Примерно 3 месяца назад я вам показал сайт PayUp-видео, где можно получать оплату за каждый просмотр видео. Но в новом обновлении разработчики этого проекта добавили свой макрос, который позволит полностью автоматизировать весь процесс заработка. Смотрите, я заранее немножечко уже этот макрос протестировал в течение нескольких недель, чтобы проверить, реально ли он вообще работает, потому что я такого никогда не видел. И вот, уже заработал 74 доллара и 50 центов. То есть это, друзья, уже 6700 рублей, но в этом видео я постараюсь заработать еще больше. Не знаю, может быть долларов 80-90, а может быть вообще получится и до сотни дотянуть. Ну и потом, естественно, все это будем выводить. Ну а если вы досмотрите видео до конца, то вы сможете абсолютно такой же заработок настроить прямо на своем телефоне. Короче, погнали. Итак, смотрите, сначала просто берем и регистрируемся на этом сайте, используя логин или пароль, либо используя ваш Google аккаунт. Напоминаю для тех, кто забыл, здесь каждый день можно смотреть сотни, иногда даже тысячи YouTube-видео и сразу после каждого просмотра получать за это оплату. Сейчас вот смотрите, мы можем посмотреть это видео 20 секунд и за это мы получим 0,0029 долларов. Окей, давайте это сделаем, нажимаем смотреть, просто запускаем это видео, здесь появляется таймер на 20 секунд и собственно все, ждем 20 секунд. Если видео вот так вот, например, остановить, или, например, выключить экран, то, конечно же, таймер остановится. Поэтому вам надо прям реально, чтобы видео было запущено на протяжении 20 секунд. Все, таймер подходит к концу, он закончился. И, как видите, я автоматически за это получил деньги на баланс. Сразу после этого я могу брать и смотреть следующее видео. Эти видео здесь практически бесконечные. Вот смотрите, например, только сейчас доступно практически 1000 таких видосов. Поэтому вы можете зарабатывать без остановки, по сути, так долго, как вы хотите. А также, чем дольше вам необходимо посмотреть видео, тем больше денег вы за него получаете. Но, как видите, в среднем за каждые 10 секунд у вас будет выходить 0,0026 долларов. Но сейчас я вам покажу, друзья, как буквально за несколько минут увеличить вашу оплату уже вдвое и получать в 2 раза больше за такой же обычный просмотр. Поэтому лайкайте видео, потому что, во-первых, вы сейчас доход увеличите, а во-вторых, я уверен, что макросов для просмотров видосов, YouTube видосов, вы никогда еще не видели. У каждого из вас на этом сайте есть собственный уровень. Чем выше уровень, тем больше денег за каждые 10 секунд просмотра вы получаете. Как видите, у меня вот сейчас 254 уровень, и чтобы перейти на следующий, мне необходимо набрать еще почти 20 тысяч опыта. И смотрите, в среднем мы здесь за каждое просмотренное видео получаем 30 опыта и плюс 10 опыта за каждую его секунду. То есть, если вы смотрите видео длительностью 10 секунд, то вы за него получите 130 опыта. Если видос длится 1 минуту, то вы за это уже получите 630 опыта. У меня сейчас, вот как видите, 254 уровень, поэтому я получаю плюс 25,4% к просмотру, чем было изначально. Максимум здесь можно прокачаться до 1000 уровня, и имея такой уровень, вы будете зарабатывать в 2 раза больше с каждого просмотра, чем те пользователи, которые только что зарегистрировались на этом сайте. А также смотрите, вот еще небольшой бонус: если просто заходить на этот сайт каждый день и даже не смотреть видео, то вы все равно за заход, за авторизацию будете получать по 500 опыта, так что используйте такую небольшую хитрость. А теперь давайте покажу, как автоматизировать процесс заработка на этих видосах, и предупреждаю, друзья, что такого вы еще точно никогда не видели. Кстати, друзья, скорее всего, вы не видели и способ заработка на платформе под названием Fragment, которая была создана Павлом Дуровым. С ее помощью вы можете придумывать и занимать разные никнеймы в Телеграме, а затем их на этой платформе брать и просто продавать. Подробно о том, как заработать свою первую 1000 рублей уже сегодня, я рассказал прям вот в этой статье, которую опубликовал в своем телеграм-канале, где публикую кучу других методов заработка, о которых не рассказываю на ютубе, так что обязательно на него подписывайтесь, ссылка под видео. Итак, совсем недавно разработчики этого сайта создали макрос. Макрос — это, друзья, файл с алгоритмами действий, который покажет вашему телефону,
куда и когда надо кликать, чтобы смотреть видео самостоятельно. Чтобы этот макрос начать использовать, сначала скачиваем приложение MacroDroid, ссылка на него есть прямо на этом сайте, как видите, я его уже скачал. После этого скачиваем сам макрос. Вот, просто нажимаем сохранить, и он скачан. Теперь нажимаем открыть его и открываем с помощью приложения MacroDroid. Теперь нажимаем добавить, и смотрите, друзья, если вы установили MacroDroid впервые, вам необходимо выдать ему все разрешения, которые он у вас запросит. Вот, он запрашивает у нас первое разрешение, выдаем, возвращаемся обратно, снова нажимаем добавить, и теперь необходимо выдать второе разрешение. Для этого нажимаем скачанные сервисы, и видите, где везде написано MacroDroid, вот 4 строчки, нам необходимо включить функции. Вот, просто необходимо выдать разрешение. Здесь разрешить, разрешить, то есть так делаем 4 раза, тоже разрешить, и здесь вот так вот разрешить. Все, супер. Возвращаемся теперь в MacroDroid и нажимаем вот так вот добавить. Все, друзья, наш MacroDroid настроен, теперь мы его по сути можем запустить. Но перед запуском, друзья, сначала советую вам просто взять и открыть вот эту вот страничку на сайте именно с просмотром видео. Вот теперь возвращаемся в MacroDroid, включаем макрос. И все, друзья, видите, макрос у нас работает, он запустился, и теперь он сам смотрит видео и приносит вам деньги. Он будет сам эти видосы включать, выключать, а вы можете вот так вот просто положить свой телефончик и пойти заниматься своими делами. То есть можете представить, например, сейчас доступно около 1000 видео к просмотру, чтобы их все посмотреть, надо на это было бы потратить несколько часов. Вот видите, он как раз первое видео посмотрел, пока я вам это рассказывал, уже начинает смотреть второе видео. Ну а теперь вам, чтобы эти 1000 видео посмотреть, надо всего лишь потратить 2 секунды на запуск макроса, и все, он сам эти 1000 видео посмотрит. Вот смотрите, он смотрит второе видео, все, денежки мы получили, он возвращается на сайт, дальше сейчас начнет смотреть третье уже видео. Ну, короче, все, заработок запущен. Чтобы макрос отключить, просто возвращаемся в MacroDroid и его выключаем. Но, возможно, друзья, у кого-то из вас макрос будет просто работать нестабильно, и показываю, как решить эти проблемы. Но взамен прошу вас подписаться на канал, потому что моя задача не просто там рассказать или показать способ заработка. Моя задача решить проблемы каждого из вас, чтобы абсолютно любой прямо сегодня уже заработал и зарабатывал дальше стабильно и ни о чем не парился. Лучше всего этот макрос работает именно в браузере Google Chrome. Но если, друзья, у вас этот браузер стоит не как браузер по умолчанию, то макрос, естественно, будет открывать вообще любой другой браузер, и, возможно, он там будет работать нестабильно. Поэтому показываю, как установить Google Chrome как браузер по умолчанию, если он у вас так не стоит. Заходим вот в приложение, дальше все приложения. Здесь нажимаем на 3 точки, и вот приложение по умолчанию. Дальше здесь выбираем не камера, а браузер, и выбираем Google Chrome. Все. Также мой совет во время заработка закрыть все вкладки в Google Chrome, потому что я заметил, если хотя бы одна дополнительная вкладка открыта, то макрос иногда может ее открывать, и на этом заработок остановится. А также, друзья, примерно каждые там 20-30 минут в этом приложении появляется капча, и, конечно, макрос ее не может решить, поэтому вам надо хотя бы там 1-2 раза в час подходить к телефону и проверять, не появилась ли капча. Поэтому я могу сказать, что это, ну, такой полупассивный заработок. Как видите, друзья, я на этом сайте зарабатывал уже довольно давно, и все было хорошо, но я просто хочу заработать еще немножечко побольше. Поэтому давайте просто оставлю макрос еще на несколько деньков, посмотрим, сколько он за это время заработает, а потом будем всю эту сумму выводить. Так что лайк ставьте, и я запускаю макрос. Ну что, чуть больше 2 дней у нас прошло, и по итогу на моем балансе вы уже видите $79.92. То есть отнимаем то, что у нас было на начало эксперимента, по итогу за это время я заработал почти 5,5 баксов. То есть это, друзья, на полном пассиве получается 485 рублей, просто смотря YouTube видосы. Точнее, даже нет, не я смотрел, а сам мой телефон лежал и смотрел, я лишь изредка подходил, проверял, не появилась ли там капча. Ну и теперь давайте эти деньги будем выводить. Смотрите, вывести можно на Payeer, AdvoCash, либо в криптовалюте Tron, TRX, то есть, или Dogecoin. Минималка на выплату всего лишь $1. Если вы выводите в криптовалюте, то можете использовать абсолютно любой там криптокошелек, либо там криптобиржу. Я буду выводить деньги на Payeer. Давайте укажем сумму. Смотрите, минималка на выплату здесь $1.
Но максималка в сутки 20 баксов. Не переживайте, если вы, например, заработали 100 долларов, вы их все равно выведете просто в течение 5 дней по 20 долларов. Поэтому, как я и сказал, максимум можно вывести 20 долларов. Именно 20 долларов тогда мы и указываем. После этого здесь проходим проверочку. Вот как раз лимит в сутки 20 долларов. Нажимаем «Отправить заявку». Ждем загрузочку. Все, заявка на выплату у нас отправлена. Как только деньги придут, я вам, соответственно, это сразу все покажу. И на самом деле здесь, друзья, выплаты автоматические. И первые 3 заявки на вывод разработчики обрабатывают вручную, а уже затем автоматически. У меня это 2-я заявка на выплату, поэтому обработка будет, собственно, судя по всему, ручной, поэтому ждем. Ну и вот, не скажу, что прям супер быстро или там автоматически, но примерно через где-то часа 2, ровно 20 долларов, ко мне пришли на Payr, выплата с PayUp Video, спасибо. На всякий случай давайте обновим. Все, супер. А также, друзья, посмотрите видео про необычный способ заработка, где я вам показал, как заработать 5000 рублей, задав пару вопросов Гуглу. На этом все, пока.